Надо заменить все. Добрый всем вечер. Все. Мы продолжаем нашу серию уроков. У нас сегодня уже будет 8-й урок по статье Равкука из книги «Эквейцион. Служение Богу». Има наса неавима ангематик. Вот. У нас был большой перерыв из-за праздников. Сейчас мы возвращаемся. Значит, мы остановились в прошлый раз на определении избранности еврейского народа, как когда Рав нам определил, что еврейский народ отличается тем, что на уровне народа он стремится реализовать божественные идеалы, и без этого это его основное определение, это основное его стремление как народа. Этим он отличается на сегодня от всех других народов. С вашего позволения мы продолжим. Как я делаю шар? Не вижу своих экранов. Странно. Как-то шер мне не очень дается сейчас. Сейчас. Интересно. Такого у меня еще не было. Ничего. Сейчас так. Первый раз у меня такое. Кто-то не раскладывает, не работает в зоне? Да, что-то Zoom мне сейчас не дает. Share, что-то какие-то опции мне предлагают совершенно не стандартно. А, может быть, там это еще бывает так, что не видно. Не все, он не сразу все окна показывает. Он говорит, покажи все окна. Когда делаешь share, иногда того окна, которое вы хотите, сразу не видно, потому что он не все показывает. Он мне вообще ничего не показывает сейчас. Когда нажимаешь share, вообще ничего не показывает? Показывает что-то пустое, предлагает показать видео, контекст со второй камеры, что-то еще. А, секундочку. Файлы. Как-то сделать share. Что-то записывается, все в порядке. Advanced. Only host. One. Ну, все вроде в порядке. Тоф. Я извиняюсь. Значит, шера корега в данный момент нету. Тогда мне придется просто... Чат положите. Зачитывать. Я положил в чат. Положите еще раз. Я положил нет, в чат. Я не вижу тут в чате. Нет. Есть в чате телеграмма, но не все, может быть, там. Положите здесь в чат. В чат Zoom. Я положу еще раз здесь. Я здесь тоже положил, а сейчас я положу еще раз. Ну, я не вижу, например. Кто-то видит? Может быть...
Окей, секундочку. Пожалуйста, сейчас видно? О, да, сейчас есть. Отлично. Так, пробуем еще раз. Нет, чего-то тут с шером. Ну, бывает в Zoom баги, ничего не сделаешь. Мы будем сейчас следить по этому, по тексту. Хорошо. Теперь тексту. Все могут его открыть. Так. Итак, немножко давайте, значит, начнем с пару строчек с предыдущего урока. Итак, этот народ, народ Израиля. Мы же пойдем с именем Господа Бога нашего веки веков стать также примером. Может, это у меня? Я не знаю. Секундочку, вас я выключил. Нет, это не помогает. Что это за новость? Это кому-то звонят, но, по-моему, не мне. Через какой-то... Или телеграм. Нет, я отключусь. Окей. Все, выключу. А я стал искать, может, это у меня. Нет, мне звонили через что-то такое, да. Окей, значит. Мы же пойдем с именем Господа Бога нашего веки веков, стать также примером для всех народов земли. Поднять достоинство человека из глубины унижения на подобающую ему высоту. И вместе с этим также и он, народ Израиля, обретет новый уровень и преимущество благодаря расширению божественных идеалов и реализации их действий на самом широком пространстве. Итак, задача народа Израиля работать посредником в приведении божественных идеалов в мир ко всем народам. Он также сам продвигается вперед, тоже благодаря реализации и расширению божественных идеалов. Жизнь в соответствии с его духом и желанием, приводящий в мироздание благословение и мир, будущее в его движении и свет надежный и неугасимый. Этот народ, хранящий в себе вечное сокровище жизни, знает хорошо, подобно тому, как свиток культуры стер уже с лица земли большую часть языческих верований при помощи его же влияния, хотя и не была эта помощь добровольной с его стороны, ибо еще не нашел себя готовым к тому, чтобы влиять на окружающих, к тому, чтобы воспринять это возвышенное влияние. Тем не менее, во всяком месте, куда проник свет, споткнулось это поклонство и упало. Остановимся здесь. Давайте я прочитаю еще раз, и потом я хочу спросить у вас, что, собственно говоря, здесь написано. Этот народ, хранящий в себе вечное сокровище жизни, знает хорошо,
Подобно тому, как светоч культуры стерли с лица земли большую часть языческих верований при помощи его же влияния. Хотя и не была эта помощь добровольной с его стороны, ибо еще не нашел себя быть готовым к тому, чтобы влиять, а окружающих к тому, чтобы воспринять это возвышенное влияние. Тем не менее, во всяком месте, куда проник свет, споткнулся и идолопоклонство и упало. О чем мы здесь говорим? О чем мы здесь говорим? Тут немного запутано, непонятно, кто это его. Народа, просто там действительно сложно. Это его самого народа. Наша помощь не была добровольной. То есть нас разогнали там в Галут, и пришлось нам там как-то влиять, помогать. Наша помощь не была добровольной. Про какую помощь мы говорим? Давайте, значит, так. Давайте я предлагаю, чтобы понять, отрывок про нашу помощь выбросить. И тогда это прочитается так. Нет, понятно. Стерлись с лица земли большую часть языческих верований при помощи его же влияния, народа Израиля. Да. Во всяком месте, куда проник свет народа Израиля, споткнулся на поклонство и упал. Угу. То есть, во всем месте в мире, где в культурном смысле слова знают про народ Израиля, там идолопоклонство отступило. То есть на Западе. Теперь, каким образом это произошло? Против желания, это значит, что имеется в виду изгнание. Мы не хотели влиять. Тепло. Тепло, но не горячо. Правильно. Нет? И потом мы, дальше он говорит, что мы не были еще готовы даже к этому. Они не готовы. Мы не были готовы. Что это за влияние, к которому мы не были готовы, а народы не были готовы принять, а мы не были готовы давать. Ну, каким образом знание об единственном Боге распространилось по всему миру? Через христианство. Конечно, Андрей. Я уже знаю, у кого искать правильный ответ. Да, но если это христианство, то почему мы не готовы были, они не готовы были воспринимать? Христианство как раз они были готовы воспринимать? Нет. И как мы... дело, что если бы были готовы, то в более чистом виде бы восприняли, а не в виде христианства. Понятно, что тут идет речь о том, что было воспринято, это христианство, против этого я не возражаю. Но идея такая, что мы не могли передать в чистом виде, они не могли воспринять в чистом виде. Да? Ну да, да. Давайте разберем. Это сильно перекликается с тем, что мы учили на прошлом уроке. Почему мы не могли передать в чистом виде? Потому что, как вы правильно сказали, Нахама, мы начали уже изгнание. А если еще не начали, мы уже были в национальном смысле в очень приниженном состоянии. И то, что мы могли передать в таком состоянии, это только была идея служения раба. И как мы сказали, прошу прощения, на прошлом уроке, идея служения раба, она... возможно и кошерно на личном уровне, может быть, но на народном уровне она приносит только вред и народу Израиля, и народу мира. Но это единственный был уровень, на котором мы могли эту идею передать. То же самое у народов Израиля, у народов мира, они еще были очень близки к идолопоклонству, и они тоже еще не были готовы на уровне как бы своего общекультурного развития эту идею принять. Произошло это передача, не как-то не очень по-хорошему. Мы это дали, что называется, не по собственному желанию, мы еще были к этому не готовы. Народы это взяли, когда они тоже были не готовы. Получилось христианство. Но тем не менее, во все места, куда проникло христианство, там уже нет этого поклонства. Соответственно, как бы мы, даже если мы скажем с точки зрения закона христианства, тогда и идолопоклонство, тем не менее,
По-простому есть большая принципиальная разница между христианством и варварским идолопоклонством, которое было до того. Понятно, что христианство для народов мира, даже если это не чисто единобожие, это уже что-то, что в смысле постижения Бога лучше. То есть в смысле единобожия мы выиграли. А в смысле общей морали абсолютно не факт. Абсолютно не факт. Теперь, почему я остановился здесь? Я обычно не останавливаюсь на середине предложения, потому что с этой части предложения Рав Кук нам открывает новые скобки и учит нас новой принципиальной идеи. Мы сейчас забываем про христианство, которое мы обсуждали, и на пару минут возвращаемся к варварскому идолопоклонству, которое было этапом до христианства. Итак, большое спасибо, Нахам. Огромное спасибо, Андрей, за вообще, как ты, на все вопросы у тебя уже есть это самое, магазин с готовыми ответами. Я очень-очень доволен. Очень-очень. Отлично. Итак, дальше. Тем не менее, во всяком месте, куда проник свет, споткнулось идолопоклонство и упало, оставив после себя отдельные черты и искры, которые стоило бы присоединить к культуре будущего. Ведь всегда культура менее развитая освобождает место для более высокой и важной. Эта идея, как бы, Рав нас ей обогащает по ходу дела. Я хочу здесь тоже немножко остановиться. Это важная идея. Мы вроде бы, монотеизм воюет с идолопоклонством. Мы разбиваем идолов там, режем там этих самых прислужников Баля и так далее. Да? У нас как-то война не на жизнь, а на смерть с идолопоклонством. Разрушаем жертвенники, выкорчевываем деревья и так далее. Рав говорит, несмотря на это, более высокая культура, которая приходит и занимает место более нижней, она также впитывает в себя лучшие части культуры, которую она пришла заменить. И для более правильного понимания, мне кажется, здесь нам нужно понять слово «освобождает место для более высокой и важной». Можно сказать, расчищает место для более высокого. То есть освобождает место здесь. И на русском, и на иврите здесь есть двусмысленное слово. Можно сказать, что предыдущая культура уходит, и вместо нее приходит новая. Также можно понять по-другому немножко, что предыдущая культура шла как авангард, как первопроходец. Она разрубила, проложила дорогу для последующей более высокой культуры. В этом плане, то есть, скажем так, не поняв так, нам непонятно, что Рав хочет сказать. Почему более высокая культура должна взять от себя какие-то искры от более низкой на основании того, что всегда более низкая культура освобождает место для более высокой, какая связь? Если мы это объясним, как она пролагает дорогу для более высокой, то связь будет. То здесь я приведу, как это, Кальвахомер Рамхаля, когда он нам объясняет, а почему, собственно говоря, во время нам воскрешения из мертвых награду получают не только душа, но также и тело. Почему как бы это вместе? Рамхаль объясняет, по крайней мере, хотя бы из-за акараттова, так сказать по-русски, признание заслуг, заповеди душа делала не сама по себе, а вместе с телом. Соответственно, и награда, по крайней мере, ради признания заслуг тела, было бы правильно с тем, чтобы было вместе с телом. То же самое здесь.
Если старая культура проложила новую дорогу, то у нее есть заслуги перед новой культурой. По крайней мере, только ради этого нам стоит взять какие-то лучшие свойства, идеи, отпечатки старой культуры, которая ушла, и взять ее с собой. Давайте в этом свете прочитаем это предложение еще раз. Тем не менее, во всяком месте, куда проник свет, споткнулся за поклонство и упало, оставив после себя отдельные черты искры, которые стоило бы присоединить к культуре будущего. Ведь всегда культура менее развитая освобождает место для более высокой и важной. Итак, идея, которая новая и, по-моему, достаточно странная, которую Раф нас учит, что, разгромив идолопоклонство, нам есть что от него взять, даже от идолопоклонства. И мы не только есть, мы берем. Теперь мы закончили со скобками, и мы возвращаемся, продолжаем идею, которую мы оставили. Я думаю, что, может быть, не обязательно вообще эта идея, что она пролагает дорогу. Просто развитие, оно так идет постепенно, одно на другое. Идолопоклонство могут быть какие-то позитивные черты, независимо от того, что... Ну, можете сказать, что из-за этих черт оно и пролагает дорогу монотеизму? Может быть. И более того... Более того, как говорит Рав Шерки, монотеизм не может прийти, если ему не предшествовало идолопоклонство до того. Идолопоклонство само по себе – это более высокая ступень развития человечества по отношению к тем варварствам, которые было до него. А что было до него? Не знаю более подробно. Насколько я знаю, Рав отличает язычество и идолопоклонство. Вот я точно не помню, в чем там разница, но идолопоклонство – это более продвинутая ступень развития. Ну, надо это проверить, действительно. Достижения, в принципе, если мы говорим о достижениях, видимо, все-таки это некоторый уровень развития, в котором уже есть понятие морали. Мне так кажется. А если до этого... Я вам скажу идею Рав Шерки, которую он говорил, какие вещи мы взяли от язычества. Это... Как это? Месирут нефеш, канаут. Как сказать месирут нефеш? Это называется самопожертвование. Самопожертвование, да. Язычество занималось... противной, не знаю, как сказать, практикой, приносила своих детей в жертву идолам, правильно? Как известно. И мы, конечно, все говорим, очень плохо, ну-ну-ну. Это нечеловечно. Теперь давайте попробуем залезть в голову идолопоклоннику и понять, почему это вдруг он решил своих детей принести в жертву. Какая за этим скрывается идея? Можно, конечно, сказать примитивно. Он своих детей не любит. Поэтому приносит в жертву идолу. Странно очень, потому что не просто дети, а именно первенца, допустим. Да? Идея, которая скрывается за этим, это, что Бог это, или там божество, это что-то такое абсолютное. Я ему должен быть полностью предан. Я хочу ему показать свою полную абсолютную преданность. Как я это делаю? Я ему приношу свое самое любимое и дорогое. Своего сына первенца. Я даже это ему даю жертву. Я этим показываю, что как бы божественное, Бог для меня это самое высшее, что есть. И как бы и моя к нему отношение это не просто так. Да? А теперь, даже мы с нашим монотеизмом
взяли это от этой идеи к себе. Правда, она немножко более утонченная. Но эта идея у нас тоже присутствует. В нашей традиции есть жертвоприношение Ицхака, как известно. То есть мы его, Авраама, в конце концов, не зарезал. Но, в общем-то, эта же идея в более немножко утонченном виде присутствует. Теперь, в смысле построения правильного уровня души человека, на первом уровне вот это вот все, вот это вот полное, как сказать, все слова просто выскочили мне. Принадлежность Богу, это должно быть. На этом потом должно построиться еще очень много других этажей. И в идолопоклонстве, безусловно, этот этаж, это положительно. Его реализация, безусловно, безобразна. Но, как нас учит Рав, в любой самой безобразной идее нужно искать ее положительный корень. И это тот пример, который я взял, который Рав Шерки приводит, на что положительного было в идолопоклонстве. Обратите внимание, Спасибо. Рав Шерки взял самый отторгающий, противный как бы момент из идолопоклонства. Да? Потому что знаю, там, не знаю, там было много, допустим, в связи с идолопоклонством было много разврата. Кому-то, может быть, покажется очень даже хорошо. Да? Рав взял самый отталкивающий как бы, аспект идолопоклонства при принесении в жертву собственных детей. И показал, что это да, имеет положительный аспект, это строит в душе какой-то примитивный, основной, но очень важный этаж, аспект. Я просто совершенно верно, я не спорю, конечно, но тем не менее, этот пример, он показывает, насколько как внешнее действие, оно не всегда обусловлено именно тем чувством, на которое как бы оно опирается. Потому что весьма возможно, что это принесение в жертву первенцев, оно на самом деле не, так сказать, внешне как бы изображает верность Богу, а реально оно обусловлено какой-нибудь конкуренцией нежелательной со стороны первенцев и так далее. То есть в реальной практике язычества могут быть совершенно другие мотивы. Вы говорите, не может быть, что он любит, не любит своего сына, а вполне может быть, что не любит. Или там приносит его в жертву, так сказать, там, для того, поскольку он подозревает, что это будет ему конкурентом в борьбе за власть. То есть в том-то проблема, что такие, неважно, это или другие, они расположены в мозаике этой веры, они не в правильном месте, не в правильном сочетании и становятся, так, несмотря на само по себе гнусное действие убивать ребенка, оно еще и мотивации неправильные как бы поддерживает. И это, в общем, в принципе, может быть любой религии. Ну, теоретически да, но мне кажется, здесь речь идет о, вот, о фанатизме, об экзальтации, да, язычников. Это, по-моему, то самое, о чем... Да, да, это то, что вот мы берем, а не внешнюю форму, не какие-то другие как бы негативные вещи мы не берем. Я же не спорю, я просто говорю, что дополнительно то, что какие-то даже позитивные искры, которые существуют в язычестве, в их системе они не работают правильно. Они не работают, они работают неправильно, как бы, у меня даже слов-то нету. Это то, что нужно, этот этап нужно пройти, чтобы продвинуться дальше. Вот так. Не построив этот этаж в коллективной душе, продвигаться дальше сложно или невозможно. То есть это, как вы сказали, гнусно, это очень плохо, это действительно плохо. Тем не менее, это нужно. Мы проходим эти как бы вот этапы. Да, ну хорошо. И, да, я хотел так. Теперь этот пример как бы здесь не напрямую, здесь Рав его не упоминает. Он просто говорит общую идею. Теперь эта общая идея, она везде идет. Когда приходит новый свет, новая идея, то она работает
в два этапа, и мы, по-моему, это упоминали в Урота Чува, в связи, по-моему, с идеей сионизма. Но это, как я сказал, там, я повторяю это здесь, это общая идея из Каббалы, безусловно, и она у нас здесь представлена таким образом. Теперь свет вообще в учении и Каббалы, и Урава – это идея. Это какие-то мысли, идеи, да, новые. Теперь, когда приходит более высокий свет, он прогоняет предыдущий более низкий. Кажется, что они воюют. Более низкий сопротивляется, но его выгоняет. Но на самом деле войны нет, потому что победив более высокий свет, он подбирает себе и присоединяет себе обратно этот более низкий. Либо весь, либо только его верхнюю, самую лучшую прослойку. Это первое, что есть в этой идее. Второе, что есть в этой идее, это хронология. Еще до того, как новый свет пришел, а еще только тогда, когда он уже готов прийти, это уже готовность само по себе обрушивает предыдущую идею. И мы получаем кризис. Предыдущая идея уже рухнула, новая еще не пришла. Да, то есть это идет кризисом. Этого здесь в нашем отрывке не написано напрямую, насколько я понимаю. Но если уж мы эту идею упомянули, то просто я уже сюда приклеиваю про эту же идею из других мест Урава. И сама по себе идея новая отторгает старое, после чего его к себе присоединяют. Как мы видим, монотеизм воюет с идолопоклонством, но тем не менее присоединяет к себе какие-то его самые лучшие качества, может быть, не в as is, не в той форме, в которой они были, а утончая их. Но тем не менее такое продвижение присутствует. Итак, мы закрыли все скобки. Теперь мы возвращаемся к тому, что во все места, где идея, там, где слышали про народ Израиля, дело поклонства ушло. Но служение Богу осталось на уровне народов, на служение раба. И это не может продолжаться до бесконечности. Так то, что нам сейчас раб говорит. Точно так же пройдет время, когда одно лишь восхищение всем возвышенным и недосягаемым со стороны сущности, без соответствующему саморазвития подлинного и живого в широком круге жизни, полный добра и света, не сможет уже только оно одно без раскрытия света идеалов, проистекающих из его высшего источника, быть силой, властвующей в жизни человека. Остановимся здесь. Предложение тоже немножко сумбурно, не до конца понятно. Мы его сейчас прочитаем еще раз, и потом, с вашего позволения, я объясню. Точно так же придет время, когда одно лишь восхищение всем возвышенным и недосягаемым со стороны сущности, без сопутствующего ему саморазвития подлинного и живого в широком круге жизни, полный добра и света, не сможет уже только оно одно без раскрытия светильников идеалов, проистекающих из его высшего источника, быть силой, властвующей в жизни человека. Итак, мы возвращаемся к идее о том, что религиозность, человек воспринимает божественное, как напрямую, как мы сказали раньше, напрямую как высшая сущность, да? Со стороны сущности. И как мы сказали, да, так же, каждый раз, когда мы... И это и есть служение раба, правильно? Вот это восхищение. Да, именно. Когда мы относимся напрямую к божественной сути, конечно, здесь восхищение возвышенным, недосягаемым и так далее, но когда нет между нами и им, Богом, прослойки божественных идеалов, и через эти очки мы смотрим и ищем Бога, а напрямую относимся к Нему. Конечно, здесь восхищение. Возвышенным и недосягаемым. Это вот та самая божественная суть сущности. Сразу же, раз здесь нам
говорит, без сопутствующих ему божественных идеалов, да, без сопутствующего саморазвития подлинного и живого в широком круге жизни, полный добра и света. Да, это божественный идеал. То есть отношение к Богу на уровне сути, служение раба, без присоединения к этому очков, дороги, да, через божественные идеалы, не сможет уже только оно одно, без раскрытия светильников идеалов, только, то есть вот это вот само по себе восхищение и отношение только к божественной сути, не сможет само по себе без этих божественных идеалов, проистекающих из его высокого источника, как мы сказали, божественные идеалы не сами по себе, они не человеческие, они божественные. Соответственно, они проистекают из божественного источника, и через идеалы мы можем искать этот источник. Но это уже совершенно другое отношение к Богу. Не просто восхищение чем-то недосягаемым, а вот именно отношение к Богу через как бы цинор, через проводник божественных идеалов. Да? Быть силой, властвующей в жизни человека. И так просто раб говорит о том, что он видит. А что раб видит? Раб видит, что религия по всему миру грохнулась в его, как раз в его время. Раб родился в мире, когда большинство мира было религиозным. И раб умер в мире, когда большинство мира было нерелигиозным. Это то, что раб говорит здесь. Сила вот этого вот, служения напрямую к божественному уже не сможет сама по себе без, в скобочках, добавки от великого Израиля, сама по себе эта религиозность не сможет властвовать в жизни людей, властвовать в жизни человека. Даже когда мы эту религиозность утончим и добавим к ней что-то, так сказать, от мудрости и так далее. Даже тогда, когда воображение человека пребывает на высоте наибольшей мощи. Даже если мы добавим сюда религиозную философию, отрицательную философию о том, что все положительное, что мы говорим о Боге, на самом деле это отрицательные свойства. Мы говорим, что он мудр, и не имеется в виду, что он мудр, мы не можем понять, что такое мудрость Бога. Мы говорим это, чтобы исключить, что он глуп и так далее, да? Не поможет. Почему? Потому что мы пытаемся представить чего-то божественное, спуская его сюда вниз на уровень моих представлений, что, в общем-то, всегда это дело унижает и принижает. Ведь любой образ высшего, погружившись в дух человека, тем самым уже снижен со своего величия, ибо человек спустил его на свою глубину. Итак, Рав говорит, кризис, как мы упомянули только что, новая идея готова, то есть Израиль готов возродиться. Что происходит? Религия падает. Старая идея служения Богу на уровне раба падает и у Израиля у самого, и у народов мира. Теперь, какая альтернатива? Альтернатива наша – вернуться к естественной морали. И параллельно этому природная культура идет и забывается. Здесь что-то надо понять, что с переводом. Я не помню, как сейчас это было. Если так, то наступит время, когда обнаружит человек, что его образ служения Богу, сущностный образ, который сам по себе не является фактом идеальным полностью, не сможет больше осветить перед ним путь жизни. А, нет, секундочку, это еще прошлая идея. Стоп, прошу прощения. Так, стоп, все, я понял. И параллельно этому природная культура идет и развивается. Она не забывает, здесь опечатка просто. Природная культура идет и развивается. Если так... Серьезно? Да, Шире? В смысле, в еврейском тексте опечатка, да? Нет, мне кажется, наверное, по-русски. Я просто с Гугла брала текст. Не с Гугла, что я говорю. Нет, у меня с книжки там точно не забывается, что я сейчас не пойду проверять.
Там, по-моему, развивается или поднимается, что-то такое. Вы мне тогда скинете потом, потому что у меня точно забывается. Вот меня тоже удивительно, но тем не менее. Я из книжки, значит. Гугл виноват. Хорошо, да? Итак, природная, теперь что имеется в виду природная культура? Человечество развивается. Теперь человечество развивается в какой-то момент не благодаря, а вопреки религии. Развивается природная мораль. Человечество поднимается, развивается, наука развивается, культура и так далее. И как мы сказали, в общем, мы возвращаемся к тому, что Рав сказал в начале. В тот момент, когда мы начинаем служить службе раба на уровне общества, у нас будет в конце концов взрыв. До взрыва взяло много времени, прошло несколько тысяч лет, но тем не менее это заложено уже в самой идее. В тот момент, когда мы пытаемся переложить служение Бога на уровне раба, на уровень общества, у нас происходит. В конце концов, это обязано привести к взрыву. Уровень общества, культуры поднимается. И тогда что происходит? Происходит у нас кризис, как мы сказали только что. Новая идея готова, старая рушится. И если так, то наступит время, когда обнаружит человек, что его образ служения Богу, сущностный образ, опять-таки, суть, да, отношение напрямую к сути Божества, который сам по себе отнюдь не является фактом идеальным полностью, не сможет больше светить перед ним путь жизни. Интересно. Если мы попытаемся прилепиться к источнику божества напрямую, к божественной сути, Рав говорит, что такой источник тоже выдохнется. Из-за чего? Из-за того, что уровень общества поднимется из-за развития его культуры, не благодаря религии. Религия прекратит, у нее закончится сила освещать дальше путь вперед. А если захочет вернуться к одной лишь своей сухой природной морали, то будет он потерян и удручен. Но назад пути уже нет. Вернуться к человеческим идеалам – это тоже путь, ведущий в никуда. Он тоже быстро иссохнет. Сейчас я посмотрю, что у нас есть. Есть у нас текст. Есть текст. Отлично. Сейчас мы его возьмем и откроем. Секундочки, с вашего позволения. То есть тотальный кризис получается и религии, и светского общества. Абсолютно верно. Спасибо, Андрей. Именно так. Получается так, что есть, если я правильно понимаю, есть в душе человека представление о морали, и он может развивать его в общечеловеческое естественное представление. Но без религии, без веры это представление начинает разрушаться и запутывается. Как бы, да? Да, оно само по себе недостаточно. Не Да. Сильно, да. Чтобы удержаться. Да, так как это, я скажу сейчас это коротко, Рав, это, конечно, более мощно, но это коротко. Так как источник божественных идеалов, он человек, то этот источник, он ограниченный. То он тоже иссякнет. То он тоже как бы... Нам нужен источник бесконечный. Нам нужно прикрепить эти идеалы, чтобы они были божественными. И тогда их можно развивать бесконечно. Тогда это хорошо. В тот момент, когда я, когда вот гуманизм, да, когда у меня в центре человек, это имеет свои безусловные плюсы, но и свои минусы. У меня в центре оказывается что-то ограниченное. Да, там со всеми, там, человек он там бесконечный, там он весь мир и так далее, тем не менее, по отношению к Всевышнему он очень конечный, и если идеи будут, ленок, как бы, питаться от вот идеи человека, от человеческих идеалов, то они ограничены, окажутся.
Так, сейчас мы посмотрим, что у нас с текстом еще. Нет, все взяли, что есть. То есть идея здесь не до конца закончена. Давайте сейчас прочитаем то, что есть. С вашего позволения сейчас я распечатаю. А, мне не нужно печатать, потому что в линк наш я добавил сейчас текст. Я сейчас просто продолжу читать. И окажется, что все время, пока мораль общества не питается из высшего источника, светочи разума и морали затмеваются и меркнут. То, что мы сказали. Если мы оторвем при мораль как бы от ее божественного источника, она станет человеческой, а не божественной, этот источник он тоже начнет иссякать. Соответственно, как правильно отсюда сказал Андрей, мы в тотальном кризисе. Религия нам вперед не помогает. Человеческие идеалы назад, они тоже меркнут. И уже только к ним вернуться невозможно. И у нас оказывается кризис. Это то, что мы видим сейчас в мире, получается. Да, Раф это видел в свое время. И мы это видим, продолжаем в наше. Да. В этом смысле те тенденции, которые видел, мы видим в нашем мире, что они углубились. Мне так кажется, да? Соответственно, решение – это мощный Израиль. Жертвовать на улучшение мощи Израиля. Это вчера, кстати, с вами у нас был там спор. В первую очередь физической мощи. В первую очередь, чтобы было сильное, мощное государство и так далее. Во вторую очередь, конечно, духовно. Но вот именно мощный Израиль, он может транслировать на международном уровне уже отношение к божественному через божественное дело. Пока он слаб физически и вообще слаб, как государство и так далее, хахмата мискен бзуя. Мудрость бедного, бедненького, она презираема. И это высшее то, которое должна сделать весь мир своим подножием. И мораль, даже общественная, национальная, общечеловеческая, будет только тогда полной и вечной, именно когда будет питаться из знания наиболее высокого. И для этого необходимо ясное понимание божественного. Вместе с идеалами. Которая смеется над всей ложной скромностью, обитающей в сердце человека нынче. Ложная скромность и над ней смех – это уже новая идея. Мы к ней не переходим. Но да, теперь избавление, в конце концов. Это нам нужно прилепить человеческие идеалы к божественному источнику. То есть нам нужен, как это называется? Это подзорная труба. Смотреть на Бога через пути божественных идеалов. Для этого нам нужен мощный Израиль, который откроет эту высшую Тору и так далее. Значит, на сегодня у меня более-менее все, кто хочет как-то подытожить. То есть это та самая битва быка с Левиафаном, да, за которой наблюдают некие праведники. С трибун. Очень похоже, что Раф тоже здесь это намекает, но очень-очень-очень тонко. Да. Именно так. Да, подумать мне, это война святости низкого уровня с природой. Природной святости с обычной святостью, как-то так. Не, да, природа с обычной святостью. Природа с обычной Левиафан же природа, он сидит в воде. Да-да-да. Андрей, знаешь что? Мне нужно подумать. Переписываемся в чате. Может быть, да, может быть, нет. Знаешь, мне нужно немножко переварить. Я хочу подумать по этому поводу. А как говорить, это связано? Да, я не совсем поняла. Здесь коррега, то, что мы говорим, кризис, что религия падает сама по себе. Она не может человечество тянуть вперед. Человеческие идеалы тоже не могут. Нам нужно избавление в виде
народа Израиля. Ты говоришь, религия – это простая святость, человеческие идеалы – это природа, народ Израиля – это святая святых. Очень-очень, может быть, очень-очень красиво. Дай мне еще немножко подумать, как это, не подумав, насколько это выглядит, что это так. Но что-то я немножко сейчас сомневаюсь. Ну, вот это вот развитие, то, что идет, развивается, да, человеческая культура, это фактически вот тот человек, которого породила земля, да, то, что там, не знаю, коммунистические, то, что они в итоге выдали, да, какой-то Дерех Эрец, вот эта природа, без религии. И вот она в итоге тоже падает. Да. Очень хорошо. Именно так. Остается только вопрос, кто те праведники, которые наблюдают с трибун за этой битвой? Секунду. Все же 100% это не совпадает. Земля, во всяком случае, не то, она породила человека без морали. Мне это тоже кажется, да, что природа... Да, но мораль... Но в природе она... есть мораль. Она просто, так сказать... Не в том человеке. Очень глубоко искать, но... Да-да. Здесь другая идея. Мораль не идет только от Бога. Мораль также идет из сердца человека. Мы принимаем Тору, когда у нас уже есть какой-то моральный уровень, а Тора не делает человека моральным. Тора делает человека более моральным. Если он был не моральный, как мы знаем, Тора его сделает еще хуже. Да, то есть, поэтому отношение к Божественному, мы сейчас учим в нашей статье, неправильное отношение к Божественному сделает человека и общество более низким, более приниженным, чем без такого неправильного отношения к Божественному. Да? То есть, поэтому, вот, допустим, мои как-то ошибки молодости, что мораль проистекает только там от Торы или только от религии, это абсолютно неверно. Так что идея, которую продвигает Андрей, то есть ее с некоторой осторожностью, но, кажется, очень красиво все подходит. Именно. То есть именно вот мы говорим не, допустим, там, не знаю, там какая там, то есть не змея, которого сделала змея, а просто природная, естественная, человек без как бы того, что Бог к нему открылся и обратился, у него есть мораль. В обществе, где жил Авраам Авину, он не придумал, не выдумал мораль. Там была мораль. Были аморальные поступки, были моральные, но мораль была. Да, то есть мы обращаемся к Богу уже с какого-то морального уровня. Мы не говорим, что Авраам выдумал мораль. Да, он говорит, я вижу, что нет Бога в этой земле. Понятно, что где-то есть, а где-то нет. Там, где нет, там они аморальные. Это, собственно, в языке Торы означает, что нет морали. А эти самые повитухи, которые боялись Бога в Египте, это означает, что они вели себя морально. Отлично, теперь, ну хорошо, да. Но на кого Бога мы имеем в виду? Это не важно, нет, это термин. Это термин. Бог, да, абсолютно это верно. Термин в Танахе. О, там отлично, да, это термин, именно, абсолютно верно. Согласен, Михаил. Да, здорово. А теперь, к вопросу, Андрея, кто такие эти самые праведники? Это та самая святая святых, где уже нет войны между святостью и природой. Кто они такие люди? Это очень хороший вопрос. Но я думаю, это наши дети или внуки. Это те, кто будет смеяться. Там же говорится, что посмеется над. Почему он смеется над? Потому что он, с одной стороны, он может себя соотнести с обоими сторонами, с другой стороны, он понимает недостатки каждой из них, и он олицетворяет именно синтез. Ну что ж, я очень рад видеть всех. Большое всем спасибо. И новеньких, и стареньких. Мы возвращаемся как-то, значит, к нашим урокам. Мы уже прошли примерно половину. Огромное всем спасибо. Добрый вечер. До встречи. Спасибо. Спасибо. Помнимся с наступившим.
Спасибо, да. До свидания. И огромное спасибо, Ширель, как всегда. Спасибо, Ширель. Ширель, не переживайте за переводы. Они и так сложные. И текст еще тут с ошибками. И все так. До свидания. Да, я вижу, там в тексте бывают опечатки, просто неточности. Надо сверяться. Надо нам сверяться. Если можно было бы иврит и русский выставлять, как раз вот когда непонятный момент, чтобы была возможность заглянуть в оригинал. Постараюсь. Это было бы супер. Постараюсь. Просто в две колонки как. В две колонки это сложнее немножко. Это надо будет приложить больше усилий. Но, по крайней мере, вниз для начала я сброшу текст, а там посмотрим. Хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо.